Пошли вниз. Вот тут. Чем мне танчить? Да. Но я себе напарника не нашел, блядь. Ты что, так проснулся, что ли? К сожалению. А я думал, голос сонный. И так удивилось, что у тебя час дня голос сонный, кажется. Ну, думаю, я ладно. В 12 проснулся, в 11. То, говорю, у меня 9 утра. Потому что у меня плюс 4 от тела. Ну, я поняла, конечно. Ой. Конечно. И работает это? Чё не работает? Плюс один. Нет. Да, кстати, суховато у него работает. Кого-то плюсую, бой берет. Так. Что-то, блядь, хилов-то нет, нихуя. Я хуй знаю. Сейчас подожди, постом похили. Пофиг, бей. Видишь, обрыгались. Подожди, не это. А я не иду там. Там килл куда-то попёрся. Пусть пизды получает, блядь. Это самое. Так, чё, дискорд, 11 человек. Кто не зашел, тот пидор. Лок, ты тут? И через объявление рейда так ненавижу писать. Если я пишу, то я сразу напишу, что кто пидор, а кто не пидор. Ой, ну в обычке с дисом мало кто ходит. Да мне похуй. Кикну нахуй с КД, блядь. Сануба там с курня, блядь. О, Ауди. А, вон он, шкаф, нахуй. Чекаю, значит, чтобы видеть хилов, нахуй. Если кто АФК, я не сумму, не кикаю сразу, меня. Я лечу. Там и сумму. Ну там надо будет кого-то поднапрячь. А, Сахил у нас есть. Сахил, ты в диз зашел, нет? Это самое, у тебя же мишка еще, да, есть? Да пугов зачем слушать? Я же не пуг. Зачем тебе мишка еще? Ну ты не Оню Икс затанчишь. Дальше магом пойдешь. А, ну да. В смысле, не готов. Ну спек же у тебя есть? Мне надо это самое. Как он называется, блядь? Потанчить Оню, ой, блядь, не Оню, этот Грул Магик, короче, понял, да? Я там босса сам подержу, чисто трэш помочь. Все, последний ауди, сумоня тыкать и буду ахать. Хорошо, Сахил. Кого-то другого искать не буду. Ну там, ну, сейчас-то у меня протопал есть. Это сам, пошли трэш. По бафам, ну давай, что у нас палов-то дохуище. Талдрам, диси. Чё бафал? Краски бафли. Ага. Пифиоз в диси. Тут, короче, Лар пишет, что он с шаманом со своим не может зайти в дискорд, потому что они не дома. Хорошо. Не знаю. А, я знаю. Мы мне написали.
15-16 часов. Анкил там или Коват, поставьте столик. Это, Вольт, там у вас фул, нету мест больше. Фул. Не успел. Женек, могу одно место освободить. Что говоришь? Могу одно место освободить. Ну, в смысле, зачем ты будешь ливать? У меня тут два персонажа в рейде. Ну, это уже по твоему желанию. Можно, в принципе. Ну, давай, да, зайду. Просто я не это. Шаманом только закрыл. Потом, если будешь кого-то, это самое, как она называется, в 4 часа будет еще охота. Да я магом ливну, а паладином оставлю. Просто в первый день ее профитнее сделать, чем потом. Как бы. Потом, блядь, искать, а сейчас все подряд собираем. А потом просто на грул магию, когда иду магом, а паладином выйду. Да-да-да. Кто там, блядь, курит? Дай пройти такой джинку. Налоги. 5-7 монет прокрутил, ничего не выиграл, как всегда. Заебал. Этот столик дайте. Смоньте лок, а ты в столик. Возьму эту хуйню. Ой, спекайся, Фурик. Да ну, пускай будет шивы на всякий случай. Можно подойти поближе. Да. Чё, женёк тут фулбаф? То не в дисе, блядь, без шмота нахуй останутся. Один нокнулся. Кровавый зор, логаешься или чё? Ладно, потом, если что, зайдет. Дай магу привет. Вот, хватит. Пока. 10 обычка сейчас закроет. А где маг? Куда-то плюс они. Инвенсте еще? Уже да. Ну все, чек на пол. Зашел. Правый взор зашел. Или куда зашел? Диз зашел. Так, короче. Даю отчет. Все, гуляю. Спорим он не в Дискорде. Ты это мелких собирай, а я больших. Танчу. Конечно, не в Дискорде. Еще что-то напишет, кикну нахуй. А локает еще, блядь, сидит. Давайте, Герман.
большого мира. Пошли. Зашел под морду и сдох, блядь. Ой, ты игнор-мор стоит у тебя? Чего? Игнор-мор стоит у тебя хоть? Нет. Че, тебя в честно докинуть? Где? Понимаю, сейчас дыхание смотрим по диагонали. Сейчас смотри. Опа! Какие слакеры, блядь. Не, нахуя. Баса ебаш. А, сука, а у меня там этот самый ринг. А я его не кинул в четвертую. Ладно, короче. Просто в своих пати ставьте тотем, нормально будет. Турт вроде у меня пока... А, это же я кикнул. Этот энг ставь. Что с тотемом? Хуй за нет, нахуя, наверное. Тотем гнева воздуха. Тотем гнева. Похуй, короче, бейте так. Я его когда кикнул, у него вуду все эти переместились, местами поменялись. Пойду костом похилю, что ли. Портал Долоран, летим увы. Кому нужна голова или сумка, останьтесь тут, чтобы я передать мог. У меня уже достаточно таких предметов. Если какой-то шмот кому-то надо, запоминайте его, чтобы я потом вам мог его отдать. Креста нету здесь, не могу передать. Голова в бусе. Блять, я почему хочу с Дисом, потому что иногда люди в этих инстах, хоть это и похуй инсты, как бы, они творят хуйню. И когда они... Дис не поможет. Нет, он все охуенно поможет. Я просто хочу знать, блядь, что человек, который хуйню сотворил, у меня сидит в Дисе. И чтобы в его в уши я ему сказал: ты долбоёб. Нахуя ты зашел под лицо, Эрдру? Вот. И чтобы он сделал вывод, что, блядь, под лицо нельзя заходить. Я не писал, почему, по какой причине он вообще пишет мне в рейд,
Алло, что за хуйня? Что это, блядь? БР. Какой нахуй БР? Какая хуйня? Ты сдох под мордой, ты походу не понимаешь, что нельзя стоять под мордой. И он мне такую хуйню пишет. Вывод я делаю об этом человеке такой, что он долбоеб. И он мне тут нахуй не нужен. Зачем я буду с таким человеком сидеть в рейде? Это есть, всегда есть он. Да, кстати. Если кто-то не знает, для протовара очень важна скорость пухи большая. Потому что агронабор от способности удар героя и рассекающий очень высокий. Если хоть он и будет выше с сокрушением, по сокрушению чисто в одну цель будет выше, но агронабор в одну этот самый падает на трэше, да и на боссе падает. Потому что скорость пухи отличается 1.6 и 2.6. Для PvP ее еще берут, потому что урон именно большой будет от сокрушения удара героя. Но на пачках, на боссе агронабор падает. Бегаю холиком, потанчи, короче. С опаснейшими противниками. Потом огненного червя заберу. Выбор смерти не отролится у вас? Нет. Хорошо. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак. Асахил, кстати, тот танк, с которым я 230-м протоваром танчил с ЛК-10 опыта. Ну что ты начинаешь-то? Я помню тебя, наверное. Этот, кто это, Элем, блядь, типа, сова, выйди, слушай. Сова, блядь. Червей свели вот этих. Червей, бля. Так, это забираем. Желчь, мол, черепок есть. Я пока не поворачиваю. Будет блевота, побегаю пока. А, лужа говна этого зеленого. Короче, 5 секунд осталось.
успеете, наверное, скинуть. Левотай. Секунда осталась, нихуя не успели, короче. А, все, кинулся заново. Иду по рейду. Так, где-то там еще кто-то. А вот где хуй вас найдешь, блядь, короче. Вот подбегу к Ауди. Оп, разморозился пацан. Что там по ДПСу? Это что было? Червь невидимый, сука, что делать? Он в щите, он из щита вылез. Ебануться, что происходит? Бейте его. Короче, ловите рейндж, милики, ловите рейндж. Все ловите рейндж, он сейчас плюнет, короче. Счушивай есть. Так, сколько же целей получит дебаф? Отлично. Один Void Spirit. Молодец. Исполняй тактику идеально. Сам себя не похвалишь, да? Стало нормально. Все, ебашьте его уже быстрее. Ну этого червя большого сам потаньше белого. Я покидаю щитки на разгон, чтобы люди успели отбежать. Блять, он закопался. Так, бьем этого ползучего гада. Он убил Женька. Женек пал смертью храбрых. Так, он встал с ССом, отлично. Дам пристабаф для него. Дам пристабаф. На дух. Еще от темной магии. Тогда он не умрет точно. Кину на кого-то молитву восстановления. А вот там, в четвертой группе, это Зурдвар? Да. Кого-то не пробивает. Ё-моё, что... Блять. Что происходит? В любой ситуации нажимаю круг исцеления. Так, ходку на Редвара. Он не сдохнет тогда уже. Рывок около вас, блять. Даю на себя щит. Кули приставские. И отбегаю. Блять, но это не помогло. Кават, держись. Даю на тебя этот... Крылья, заебись, точно не сдохнешь. По тебе этот босс даже не попадает, потому что МВшка висит. И, блядь, не перепрыгает на других людей. О! Время Холи Креста. Круг исцеления. Так, на ком же будет черепок в этот раз? Так, что за хрень? Ты что, завис? Нет, два раза на меня кинуло. Только не это. Только не умирай. Я тебя засчитывал. Теперь ты, у тебя скорость бега увеличена. Если что, беги. В любой непонятной ситуации бегай. Да, туда-сюда просто. Все чудовища уничтожены. Снимите с этого червяка кожу, запустите следующего босса уже. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Так, Фурика прыгал. Больше толком будет. Главное, напомните мне вытащить на панель кровопускания. Это вообще будет хуёво. У меня нет цели. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению!
А чё, Валик тоже, наверное, один, да, или чё? Ну да. На чемпионах ты по-любому спекаешь. У кого еще танкоспек есть в Дисе, кто есть? Нормальные пацаны. Плюс рейд. Блять, нормальных нет пацанов, что ли? А, Сахил, на это, на чемпионов поможешь? Чисто даун, двиг, рекорд на самом деле. Вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Так, сейчас панелька сменится. Чё, босса-то, блядь, запустили? Чё стоим-то? Добрый день. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Блядь, где панелька, сука? Они хотели запятнать честь Альянса. Так, значит, они пытались у кого-то оклеветать. Я требую справедливости. Сейчас скажу, кто у кого танчик, кто у кого контролит. Отойди, кто там? Ауди. Блядь. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои! Во имя вашего короля! Это будет лишь пробой того, что ждет нас в будущем! За Орду! Так, значит, смотрим, блядь. Шукул. Там Войд. Так. Треугольник танчит Коват. Где эти петухи остальные? Так, Тирия танчит. Кого-кого я танчу еще раз? Треугольник Робо. Тирия танчит Ромбик Сахил. Далее по контролю. Черепок контролит Анкил. Пока тут вы в Дисе плюс рейд. Я в Дисе. Так, Анкил. Анкилу напишите, чтобы контролил. Да я тут слышу. Ага. Так, остался, значит, крестик. Это Эршам. Его контролит Терник, Темник, ты в Дисе? Да. Тем, значит, ты контролишь, да. Вихрь кидаешь. И остальные шаманы и жабу кидаете. Да, на кого я кидаю? Я что-то прослушал. На крестик. Все хорошо. Это Женек помогающий эфир по крестику. И шаманы, только не одновременно кидайте жабу по крестику, чтобы не хилил. Он 300 тысяч захиливает на фул хп сразу. Так, дальше.
по очередности кого бьем. Первого убивать будем. Где этот червь? Так, вот этого червя. Потом будем убивать ханта. Кружок. Где эта сука? Вот. Сначала звезда, потом кружок, потом крест. Так, вроде по контролю сказал, по танкам сказал. Тут ПВП босс, просто контроль, даем, зергаем звезду. Звезду притянет Ауди. Чекнупу. Порвусь, дам фир. Так. Все, даю отчет. Ебашим. Богу кого-то, поди к нам. Это звезду слили, кружок бейте. Кружок слили. Алло, блядь. Алло, алло, кружок бейте. Слышно вообще, алло, блядь. Говорите хоть кто-то что-то. Слышно, слышно. Че лукает, не по телефону. Вот. Это фишка такая. Так, кружок. Быстрее, кружок уже. Блин, шаманы, это дискордия. Пропуры же. Пур же это нихуя, да? Ну, придется так стараться. После... Блядь, вы что-то бьете, я хуй пойми. Череп говорил вам бить, блядь. Ёбаные, блядь. Те, кто не в дисе, пидорасы просто. Да, а, это пур же. Пур же бейте. Кружок. Теперь крест бить. Теперь крест. Фир по этой хуйне, по всей. И фул ДПС в крест. Цахила подхильте. После креста череп бить будет. Поэтому их надо в диз загонять, чтобы их уёбками обозвать, когда они не ту метку бьют. Кого потом? После креста череп добиваете. Потом. А потом? В крик. Сейчас посмотрим. Там есть такой хил. Давай нерзулом. Вот, давай, она. Маг. Убивай. Анала убивай. Анал, анал. А, да, неправильно прочитал. Да сводите их кучу, давайте уже это зальем говно. Хила, убейте звезду и потом сводите. Убейте мага. Всю остальную хуйню. Все, хуярите кого хотите. Хилов нету. Можно на грудманника паладином хапал? Да, хоть кем. Вот сюда отходим, к воротам.
вот сюда. К воротам, где моб стоит. Босса не запускайте. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Ну да. Нас ждет битва с королем Личом. Ты какой пуш? Ну, у меня 14. Я потом уже в конце начала поржать. Так, чек на пул. Я начал, когда ты сказала, чтоб шаман пуржил, а он не пуржит. И начал диспелить все подряд. Значит, твой червяк правый, мой левый. Все берут черный. Может, ты в ДД? Да похуй. Лучше его нормально. Запустил, короче, я беру белую, ты черную, весь рейд черную берете. Ледяной короны навстречу вам поднимают две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Тут, короче, сказали, что ты его гонишь. Чего? Ну тут пишут, это не я гоню, это вон Войд гонит. Кикну с рейда, блядь. Это шутка же. Значит, черепок все бьем, когда под черный. Так, давай отчет тогда. Поняла, Бедвар, тебя с рейда кикну сейчас. Ну, я и говорю. Я ему говорю, что ты гонишь? Он говорит, это не я гоню, это Войд гонит. Да поесть давай. Это на каком он там будет? Ангел сейчас дох. Не стыдно на 12-м месте? Ну вообще не надо было, нет. Я просто увел, чтобы у меня сука агро не рвали. Черным остаетесь, заебись. Двенадцать семьсот? Ты серьезно? Зорище. Уже ДПС. Да, я видела шмот. Ты же знаешь, я рофлю. Но ты вагон. Все равно. Нейрела тут гонишь. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои. В данной ситуации Войд — это паровоз. Кто? Да, мы тут с Ридваром рофлим.
Я ему говорю, что он вагон, а он начинает на всех. Я говорю, в данной ситуации вот это не вагон, а паровоз. Всех паровозит. Давай, включай голос. Это чокнутая. А, он? Ну, а то я как чокнутая сама собой. Хоть бы подрофлил бы чуть-чуть. Помнишь это? Дизлорарить. Давай, Редвард. Подрофлил такой чуть-чуть, рейд развалился нахуй. Опасная хуйня это все. А, самое главное объявление дня. Уважаемые РДД, когда запустится босс, появятся ледяные шарики наверху. Сам побьем. Ну, блядь. Ну, а что мне делать? Надеюсь, пока тут анкил хотя бы это слышали. Да я побью, мне все равно делать нехрен. Так, сам... ты на боссе, я-то червя одного возьму, ты одного под босса стаунтишь. Короче, чекнул пул. Талдаром. Уважаемые пуги... Талдаром, где он? Что-то АФК стоит. Короче. Даю отчет. Кто вайпается? Кто не вайпается? Это ты придумываешь все. Вот, отлично. Вот это другое дело. Так, помощники выпали. Вот один твой ближайший, дальний мой. Перекличка с Герона. Веди сразу под босс. Выешь тяжиков. Веди уже. Уже добивают. Мастаунт не надо жить. Это не мастаунт. Науди смотрел просто. Еще черви выходят сейчас. Вот так же выходят. Бейте, блядь, какие контроли. Заливайте жука, похуй. Чё там хп? Не успевайте, нихуя один. Жука играем. Сука, трэш играем. И второго хуярим. На эту лужу не забегайте, в другую бегите. Так, нет, шоп. А есть шоп. Башен, короче. Маленьких скоробеев. Блять, Энх, ты чё? А, мобы захвели. Ты так яростно-то не бей. Он далеко был. Он был ближе к центру. Стойте в центре, блять, жуков ждите, они придут сами к вам. Надо их там ловить. Через 2 секунды появится босс. Все, убьем этого босса. Ну, под босса возьми себя, червя, который вокруг. Коват хукфловый, хильте вайда, он нормально. Этот портал, как он называется? Шатра отставим.
на грулями тем. Так, я тебе сейчас плюс. Вот, все, давай, у меня дальше ХД, я уже повесил. Давай, давай. Только, конечно, было бы хорошо предупреждать, если вы на двойнста идете. Я предупреждала, что я другим перцем ты разрешил. Ауди это говорю. Я просто если не знаю, что человек идет на двойнста, он идет на двойнста, это приходится добирать кого-то.